молдавский язык убили. Это слова жителей Каушанского района. Многие не в восторге от того, что творится в стране. В Молдове окончательно отказались от молдавского в прошлом году. Даже в Конституции формулировку «молдавский» заменили на румынский. Но не все местные жители продолжают родным языком называть молдавский. Город Каушан – один из районных центров Молдовы. На улице гуляют школьники, завтра последний звонок. В центре, в парке отдыхают пенсионеры. Подходим, рассказываем последние новости. Премьер Румынии сказал, что молдавского языка больше нет в Молдове. Как нет? А мы молдаване. Я молдаванка. То есть вы не считаете себя румынкой? А как я должна румынкой считаться, если я молдавана? Мы молдаваны, мы родились в Молдавии, молдавский язык. Когда образовалась Молдова, румын еще не была. Вы на каком языке говорите? Я говорю и так, и так. На молдавском или на румынском? Нет, на молдавском. Я имею в виду, что вот они, как сказали за язык, что этот язык, он румынский, нет, молдавского языка нет, не существует, только румынский. А молдавский язык, это русские его изобрели и дали говорить нам. Это вот я читала, но это смешно. Недавно в Молдове был опрос. Результаты. Минимум 60% этнических молдаван продолжают называть свой язык молдавским. Но кто-то считает так. Молдаване. А на каком языке вы разговариваете? Румынский. Не молдавский? Тут румынский мы учим в школе. Также нам сказали в селе Новые Карнацены. А вы кем себя считаете? Я как? Молдаване. А на каком языке вы разговариваете? На румынском. А почему не на молдавском? А потому что это румынский язык. Румынский язык международно признанный. А молдавский? Нет. Нет. То есть вы считаете, что молдавского вообще нет? Есть молдавский диалект, да. Стефан Великий очень бы удивился. Все-таки есть результат политики властей Молдовы последних 30 лет. Отказа от собственного языка, культуры и идентичности. В селе Первомайске в Каушанском районе это понимают. Они хотят вообще эту Молдову уничтожить. Они это кто? Наша власть. Наша власть. Она тащится в Румынии, потому что она гражданская, румынское гражданство у нее. Чтобы она быстрее ушла. Еще люди жалуются, цены европейские, а зарплаты молдавские, ни на что не хватает. Коммунальные тарифы огромные. Многие топят дровами. В селах у каждого такие запасы. В Молдове продолжают жить и надеются на лучшее. А тем временем в Кишиневе продолжают говорить о светлом европейском будущем.